пресс-конференция после матча. Челмет Буран, Челмет победил со счетом 5-4. Давайте попросим тренеров рассказать несколько слов об игре, но потом зададим вопросы. Виктор Иванович, пожалуйста, первое слово. Ну, очень жаль, что было мало зрителей, мало болельщиков. Эта игра конкретно заслужила больше. Кто не пришел, тот должен сожалеть об этом. Очень хорошая игра. Настоящая, мужская. Ну, к сожалению, мы проиграли. Хотя играли в целом достаточно хорошо. У меня нет команде, всей команде претензий. Но отдельные ошибки привели к поражению. Конечно, 2-4 за 3 с маленьким. Пропускать 2 гола. Совсем не обязательных. Что привело, в принципе, к поражению. Хотя даже в конце матча увидели, что были моменты. Даже в 4-5. Команда не остановилась, команда работала. За что я, в принципе, ребятам благодарен. Претензии есть только к отдельным игрокам. Все. Ну, я рад, что у нас в команде нашлось звено лидер. Они первые 3 гола забили, потащили за собой команду. И, получается, и 5-й они создали, забили. Ну, и после... Начали ребята поддерживать их, стараться выкладываться в полную. Тоже им большое спасибо, молодцы, мы выстояли. И как бы, как вторая серия сегодня была, что там матч был интересный, напряженный, с обилием голов, интригой, что сегодня. Зрители, кто был, тем должно было понравиться игра. У вас вопросы? Нет вопросов. Нет, у меня есть. Виктор Иванович, Копытин у вас, Алешин и Щербина на универсиаду уехали. Ваше отношение к этому какое? Я уже говорил об этом. Так случилось. Ну, что я могу сказать? Нечего. Взяли ведущих игроков, лидеров. Но и без них команда воевала. Мы достаточно хорошо играли. Ну, ничего такого заслужили, наверное. Ну, как говорится, что выросло, то выросло. Евгений Владимирович, как вы оцените игру Панова сегодня? 2 гола, передача? Нет, ну, если в выезде это были первые игры, он как бы притирался, мы пытались найти сочетание, но вот у нас Черкасов выбыл. Поставили его на тренировки, у них там неплохо получалось. И вот в игре тоже получилось. И сейчас в шутку он Черкасов говорит, еще место надо теперь будет завоевать в составе. Так что, ну, влился хорошо в этот состав. Спасибо. Еще раз победой. Молодчики. Хорошо играли.